Хутор Иваново, где проходила очередная встреча работников культуры, ответственных за организацию летнего отдыха детей, один из самых отдаленных от Анапы. Тем интереснее и нужнее был обмен опытом с коллегами. Кому понравилось, от кого-то мы услышали замечания, но это нормально. Мы готовы к замечаниям, мы готовы к пожеланиям. Мы будем прислушиваться, где-то что-то доработаем, где-то что-то нам самим нравится, что не нравится. Ну, в общем, нам понравилось, детям очень понравилось, самое главное. Работники клуба «Хутор Иваново» показали одну из своих программ по сценарию «Началась Олимпиада», а дети стали ее участниками. Как происходило торжественное открытие и зажжение олимпийского огня смоделировали, выступая на сцене. Время мчится, будто птица, и, наверное, в добрый час в гордой форме олимпийца выйдет кто-нибудь из нас. Коллеги дали оценку сценарию и подготовке детей к этому показательному выступлению. В целом, мне лично понравилось. У деток глазки горят, замечательно, все прекрасно. Может быть, сценический полукруг нужно было организовать, более просмотровой позиции, чтобы была. По опыту моего обучения, когда к нам на показы приходили родители, вы знаете, это такое незабываемое ощущение, нежели ты для чужих людей, которых ты, может быть, первый раз видишь, выступающих на сцене. Когда твои родственники, ну, это совсем другое качество. Даже если одного ребенка мы адаптируем в социуме, и научим общаться с сверстниками, это здорово. В открытом семинаре приняли участие работники социальной сферы, так как в первую очередь привлекать на летние площадки сотрудникам клубов предстоит детей из семей так называемого социального риска, когда родителям некогда заниматься своими чадами. Коллеги убедились, что на хуторе Иваново работают увлеченные своим делом неравнодушные люди и находят подход к детям. Ежедневно на площадку приходят до 25 ребятишек младшего школьного возраста, а во второй половине дня и до 8 часов вечера в клубе открыт подростково-молодежный центр. В таком усиленном режиме клуб работает с 1 июня и до 20 августа. Мы их не имеем права заставлять, но они сюда с удовольствием бегут. После сценического выступления и занятий в клубе рисованием, настольными играми и организованными специально для младших школьников программами дети могут размяться и пошалить на летней игровой площадке у Дома культуры. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.